видео об отмазках. Подал я, значит, через сайт Навального, через проект РосЖКХ жалобу, то, что в нашем доме все разваливается. Сломаны щитки, сломаны ящики, отвалится штукатурка и прочее. И мне пришел вот этот ответ, что в результате комиссионного обследования данного дома установлено, что места общего пользования находятся в удовлетворительном состоянии, выявлены незначительные следы отслоения красочного слоя. Этажные электрические щиты находятся в удовлетворительном состоянии. Частично отсутствует ограждение пожарной лестницы, сломано неизвестными лицами. И указано, что в связи с недостаточностью финансовых средств на счете дома произвести ремонт подъездов и реконструкцию пандуса в настоящее время не предоставляется возможность. Но, однако, данные вопросы могут быть выполнены за счет средств жителей. Это просто удивительно. За счет жителей мы что хотите можем сделать. Тогда вы нахрена нужно? Нахрена нам это ЖКО сдалось, которому мы платим деньги? По-моему, 800 рублей за капитальный ремонт и еще 200 рублей в месяц. Еще за что-то там. И они пишут вот эти дешевые отмазки. И вот состояние, в котором находится наш дом. И не только наши. Все дома в таком состоянии находятся. И каждый должен писать жалобу. И наверняка к каждому придет вот такая отмазка. Но если подадут эту жалобу не один человек, а 1000, я думаю, все изменится. И причем я подал еще раз повторно потом. И желаю каждому подавать повторно, повторно и повторно.
Какой же ужас. Вот же. Ух ты. А вот это классно. Нифига себе. И прикиньте, эти чуваки в отмазке пишут, что слегка отслаивается. Но такого ранее я не ожидал. Все с ним понятно. Сейчас по-быстрому на пятый этаж. Короче, все то же самое.